Брюс работал над «Игрой смерти» перед тем, как умер. Он снял 30 минут фильма. Реймонд Чоу сказал вдове Брюса Ли, что он будет проявлять уважение. И он взял кадр Брюса Ли для «Игры смерти». К сожалению, кадры урезали до 7 минут, и потом нужно было придумать сценарий. И они выбросили идею Брюса и придумали собственную. Реймонд Чоу нанял корейского парня, он назвал его Тони Лонг. И снял его в бумажной маске Брюса в некоторых сценах, чтобы выяснить, кто убил Брюса Ли. Так вы его, наконец, взяли. До и после. В сценах после он вообще не выглядит как Брюс Ли. Можно только представить, каково это было для семьи Ли. Смотреть, как кто-то притворяется Брюсом Ли в такой нелепой, любительской манере. Где доктор? И это совсем рядом с настоящим. Некомфортно это смотреть, особенно со сценами похорон. Они вставили эти кадры туда. Так что они держались сюжета. Удивительно, когда смотришь «Игру смерти», пока сам Брюс Ли не появляется на экране, это плохое кунг-фу кино. И потом это уже его фильм. Это напоминает о том, как это, когда видишь гения.